Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Фамилия» на Пулковском шоссе 17, корпус 2, торговый центр ОК. Здесь выложили новогодний ассортимент, но сегодня я заострять внимание на нем не буду, как-нибудь потом еще его покажу. Товаров много. Например, привезли аромадиффузоры и много всевозможных символов грядущего года по доступным ценам. Ну и сразу перехожу в отдел с сумками. Вот такая, например, сумка, 1299 рублей она стоит, тканевая, вместительная, хорошо подойдет для тех, кто занимается спортом. Она есть в двух вариантах, вот такая черная и ярко-розовая сумка. За 399 вот такая сумочка от Мекс, цена удивительная, сумка очень простенькая, этим и отличается «Фамилия», можно найти и дорогие, и дешевые товары. От Polo Club, например, вот такая сумка очень актуального фасона, и розовая меховушка от компании Кеддо, не знаю, кому она понравится. Может быть, есть любители подобных изделий. Стоит она 2799. За 3200 вот такая сумка от компании Кеддо. Это, естественно, все сумки я показываю не кожаные. Кожзам. 2799 уже сумка по скидке с надписью «Love to you». И еще симпатичная сумочка от компании Fabretti. Сумочка прекрасно подойдет на лето, можно заранее закупиться. Еще нашла вот такой палантин за 499 рублей от компании Sensei. Естественно, это 100% полиэстер. Интересная расцветка. Понравилась также вот эта сумка 3799. Это компания Betsy. Она часто поставляет свои товары в «Фамилию». Очень актуальный, интересный фасон у этой сумки. Естественно, кожзам 2799. Это сумочка от French Connection. И когда я пришла через несколько дней, ее уже не было, потому что она выглядит абсолютно актуально. Вот эта сумка по скидке, тоже черная. На зиму прекрасно подойдет. Все, повторюсь, кожзаменитель. То есть кожаных изделий по такой цене «Фамилии» не найти. Еще одна сумка, тоже French Connection. Обычно поставляю достаточно много сумок одного бренда, и можно повыбирать. Это тканевая сумочка в модном нынче золотом цвете. Сейчас вообще модно такие золотой, серебряный цвет. Очень простенькая сумка, больше 3000 тоже стоит. 1749 рублей, красная яркая сумка от бренда French Connection. Сейчас красный тоже, кстати, в моде. И пляжные сумочки можно приобрести вообще по цене 579 рублей. Красивая, качественная. 4,5 – это большая сумка в тон к маленькой такой же сумочке. И, конечно, сейчас выгодно покупать шапочки, их много. Вот такая, например, 499 рублей. Посмотрим и в отделе обуви. Например, вот такие кроссовки. Переоценили их два раза. Это Reebok 219 рублей. Обувь можно выгодно купить на скидках. Вот такие от Ralph Ringer, натуральная кожа, 699 рублей. Или такие за 1029, марка Tots, это маленький размер. Еще одни кроссовки Reebok, тоже переоценивают их, но ниже 2000, естественно, они не спустятся. Эти 2999 рублей стоят, их обязательно заберут. Летние абсолютно базовые от компании Betsy за 1959 рублей. Еще одни Reebok кроссовочки. Обувь можно поискать, особенно если летняя какая-то обувь, ее можно найти по очень-очень хорошей цене «Фамилии» сейчас. Вот, например, 579 рублей. Это босоножки от NCity. Я маленькие размеры показываю. В других размерах тоже есть варианты. Еще одни кроссовочки. 1619 рублей. Верх у них кожа. Это даже не кроссовки, а такие кеды. Белые, абсолютно базовые, маленький размер. За приятную цену. Dolce & Mello тоже 1600 рублей. Когда я во второй раз пришла в этот магазин, их уже не было. Это Эко, соответственно, и цена здесь тоже базовые. Много поставок от компании Эко в этой «Фамилии». Часто встречаю здесь их продукцию. Посмотрим немножко верхнюю одежду. Мне понравилась, например, вот такая курточка темно-синего цвета. У нее очень приятный отблеск.
И она шла по цене 4549, тоже по переоценке. Это 44 размер, маленького размера не было. Много всевозможных изделий под дубленку. Это бренд Savage, который не так широко сейчас представлен у нас, например. И стоки, видимо, свои поставляет фамилию 4500. Симпатичная кофточка от бренда Benetton. Несколько вариантов ее. И цена позже я укажу. Там в составе есть шерсть. 2999 пальто с небольшим совсем содержанием шерсти. Там меньше 10%. Кофточка от бренда Lime за 800 рублей, который сейчас широко представлен у нас, но цены тоже там не дешевые. За 1700 рублей они вывесили кофточку от Benetton. В составе шерсть, цвет прекрасный, но посмотрите, сколько пятен, это даже как-то неприлично. На самом деле, вот кофта от Benetton уже без пятен на этот раз. Тоже в маленьком размере, тоже 1700 рублей. Но это хлопковая, а предыдущая кофточка была шерстяной. Много бадлонов от разных брендов. И по переоценке товаров тоже очень много. Интересный джемпер за 1700 рублей, 42 размер. Это известная компания River Island. Тут интересное плетение, не знаю, как оно называется. Оно хлопковое, это изделие. У River Island интересные дизайны. Бывают за 1500 такой бадлон с укороченными рукавами. Кофта из 100% акрила от бренда 8 Seconds, 1299 рублей всего, но это и понятно, дизайн необычный. И еще одна кофточка от этого же бренда в черном цвете, и цена такая же. По составу здесь есть даже вискоза и полиэстер. Несмотря на название бренда Waldor, в этой кофте, например, нету шерсти. Это акрил и спандекс, а также полиэстер. За 5000 рублей кофта в составе имеет кашемир. Поэтому и такая цена, абсолютно базовая модель, красивый бежевый цвет, ну и цена соответствующая. Еще одна кофта от бренда 8 Seconds, симпатичный дизайн, но состав 100% акрил. И размер маленький. За 4000 рублей вот такой интересный кардиган с двумя карманами. И произведен он в Италии, бренд называется Woolrich. Необычный, очень интересный, на одну пуговицу застегивается и стоит 4000 рублей. У него есть брендированный логотип. 1799, небольшая кофточка с шерстью от бренда Lily. 2500, это тоже базовая модель, но в составе один сплошной акрил. Бренд я забыла посмотреть. А вот этот джемпер мне очень понравился, и в составе у него была шерсть, видно, что у него есть такой пушок и очень-очень красивый цвет, я даже пожалела, что я его не взяла померить. За 1749 рублей куртка-малютка в актуальном сегодня серебряном таком цвете, сейчас это прям самый хит, можно даже на ребенка-подростка приобрести. 7500 это Элис, правильно, если я произношу этот бренд, это дорогой бренд. И, кстати, на следующей неделе, когда я зашла, этой курточки, естественно, уже не было. 2000 рублей, тоже в винном цвете куртка, 44 размер, с двумя карманами. Вообще можно найти выгодно хорошую верхнюю одежду. 2799, это жилет от компании Mango. От Mango много верхней одежды представлено в фамилии сейчас. Видимо, прошлые коллекции сюда завозят. Бренд Adidas тоже, вот за 5000 с лишним рублей курточка. И еще несколько курток от этого бренда. Футболки по переоценке, но выбор совсем небольшой, сразу скажу. И цены не сказать, чтобы очень дешево. Вот за 400 рублей простейшая футболка в сером цвете в размере XS. Ну и не самый плотный хлопок. 289 рублей дома, например, ходить абсолютно, ну естественно, новая футболка, размер XS. 469 рублей, не хотите тратиться на новогодние какие-то вещи, вот можно простую футболочку приобрести. За 4549 пальто от компании Avalon, они широко представляют свою продукцию на Wildberries, у меня тоже есть от них пальто, очень качественно делают свои изделия, все продумано, вот здесь, например, на магнитиках закрываются кармашки.
И можно выгодно купить джинсовые курточки в маленьких размерах, и в больших тоже есть. Вот меньше 1000 рублей укороченные, или от Манго за 1400 рублей в черном цвете. За 2999 курточка от компании Crop в коричневом цвете, укороченная тоже, размер маленький. За 5500 мне понравилась очень вот эта курточка, она хорошо села. Это Harvey Jones, английский производитель, очень качественные изделия делает. И дождевик за 1400. За 10000 рублей цена такая, потому что это Adidas и в белом цвете. Но я на следующей неделе приехала, эту куртку переоценили. Сейчас актуальна различная фигурная стежка, так я ее называю. Сердечки, например, любят делать. У Zara есть похожие курточки небольшие с сердечками, а здесь кружочки за 4200. Пальто длинное за 1919 рублей. Коротенькая курточка. Кто любит пальто, вам тоже фамилию. 7500. Вот такое, например, 30% шерсти, 42 размер. Естественно, пальто в разных размерах есть и красивые расцветки. Всегда можно повыбирать. Их больше даже, чем курток и стеганых пальто каких-то других. За 2500 пальто тоже в составе 20% шерсти. У него необычная форма, расклешенная к низу. Но не всем подойдет, на любителя, скажем так. Есть изделие недорогого бренда BeFree за 3000 рублей. Вот такая курточка, тоже 42 размер. За 4600 пальто от бренда Love Republic, и верх у него 100% полиуретан. Но очень удачная модель и длина. На мой взгляд, это 42 размер. За 3700 пальто, в котором нет ни капли шерсти, но удачная модель и расцветка, тоже 42 размер. Вот интересная вещь, это такая удлиненная курточка, пальто от бренда Benetton. Состав я позже скажу. Очень интересное сочетание цветов, такой яркий акцент в гардеробе на осень, на весну. Еще одна бюджетная куртка от бренда BeFree, 1700 рублей. На распродаже, мне кажется, можно за такую цену приобрести. А вот сейчас я покажу куртку от Adidas, которая на прошлой неделе стоила 10 тысяч, а сейчас 7. То есть, если вы любите отслеживать бренды, можно стараться купить по хорошей цене. 7500 стоит это пальто от Benetton, и здесь 70% шерсти в составе. А вот пример выгодной цены. Красная юбка за 200 рублей всего сейчас висит в фамилии. Пожалуйста, на лето. Или, например, шорты абсолютно базовые, тоже за 570 рублей. Начальная цена была гораздо дороже, 1500 рублей. Это российский дизайнер. Состав здесь, конечно, не очень, но посмотрите, сколько раз переоценивали эти шорты. На самом деле у Uniqlo есть очень похожие изделия. На лето самое то, что доктор прописал. Или вот 250 рублей – это джинсовые шортики. Летние изделия покупать очень выгодно. За 200 рублей висят целые брюки от компании Only. Этот бренд примерно как Zara, наверное, по ценовой категории. Но вот укороченные брючки за 200 рублей реально купить в магазине «Фамилия». За 2600 еще одни брюки по переоценке глубокой. У них в составе тоже есть шерсть. 2659. Еще одна маленькая джинсовая курточка в белом цвете. Всего 700 рублей стоит. Абсолютно, кстати, базовая белая. И жакет. Тоже посмотрите, сколько ценников. 4500. XS размер Dolce Mello бренд. И блузка за 700 рублей. От компании Там, например. Но у нее не хватало пояса. Пояс где-то потерялся. Еще выгодно сейчас приобретать кепочки. Вот ровно такую же я покупала летом в «Фамилии» за 1000 рублей. Сейчас она стоит 600. У меня дочка очень любит эту кепку. И вот кепочка, например, за 159 рублей всего. Тоже 139 рублей для мальчика, например, подростка.
За 1299 рублей палантин, вы не поверите, от компании Black Star, видимо, стоки. И они хитрецы, в составе написали 100% эко-кашемир. Что это за кашемир такой? Понятно, что это, скорее всего, полиэстер. Но скидку пишут 51%. Действительно, очень симпатичный. Я такой палантин купила, только в бежевом цвете. Смотрится очень выигрышно, красиво. Ну и посмотрите, сколько акции на очки, темные очки, тут и по 200 рублей, по 300 рублей очки можно приобрести, тоже очень выгодные, экстравагантные варианты есть. Много текстильных ковриков разных размеров, небольших, на любой вкус. Мы с вами смотрели такие коврики в Маяке, ну а здесь прямо раздолье, 700 рублей всего стоит, и качество, конечно, даже близко не сравнится с Маяком. Умельцы найдут, как такие коврики применить. Всевозможные вазочки недорогие. Кстати, сейчас в Фамиле очень много товара. Видимо, потребитель наелся всем этим. Уже тяжело разбирают товар. Даже полочек на некоторые вещи не хватает. Вот ваза, например, 299 рублей. Красивая. Всевозможные свечки. И даже есть шкатулка за 2000 рублей. Очень красивая. Доставать не буду, боюсь испортить цветочки. Искусственные цветы, кашпо, все это есть в Фамиле. Вот даже такая статуэтка в виде головы женщины. Бокалы такие мы часто с вами встречаем в светофорах, в Маяках здесь стоит 399 рублей. Ну а это кружка из мультика «Босс Молокосос» от компании DreamWorks. Таких изделий много. На самом деле 499 рублей эта кружка стоит, внутри игрушка, выгодная покупка племяннику, знакомому. И вот, например, еще кружки, тоже и с разными персонажами из мультфильмов от DreamWorks. Элегантная кружка за 299 рублей. Посуды сегодня покажу совсем немного. Или вот, например, если у вас тематическая вечеринка, тролли, пожалуйста, можно кружки купить. Или Мадагаскар. Тоже все это кружки из одной серии. Посуда это, по-моему, бразильского производства, 219 рублей. И уже новогодняя посуда, щелкунчик и мышиный король. Сейчас билеты на новогодние представления уже, наверное, не достать. Еще одна красивая тарелка. И это тоже по переоценке. Сложно составить комплект. Баночки всевозможные, полки ломятся от товаров в магазине. Фамилия. Вот такая масленка, очень тяжелая. Кажется, выпадет из холодильника и точно разобьется. Неудобный дизайн. Мне так показалось, может быть, я не права. Красивый, яркий, акцентный кувшинчик. Соусник, так его назовем, стоит всего 299 рублей. Сахарница 249 рублей. И тарелочка, тоже уже Новый год. И маленькая масленка. Контейнеров тоже много, вот такой, например, 250 рублей. В этом отделе можно найти разные контейнеры, вот такой для холодильника за 450, например. И большие контейнеры. 4 литра, 450 рублей. Ну а этот товар попал сюда случайно. Это на самом деле светильник. Из банки изготовлен. 650 рублей такой светильник стоит. Красиво. И еще баночки от бренда Melanie. Его можно встретить и в светофорах. Банки очень тяжелые. И для меня, например, тяжелые банки не очень удобно использовать. Поддон за 1500 рублей в ярком дизайне. Интересная очень миска с ручкой за 700 рублей всего. Я пожалела, что ее не взяла. Необычная очень. Ну а на этом я хочу закончить свой обзор. Уважаемые подписчики, я постараюсь еще снять обзор из магазина «Фамилия» уже с новогодним ассортиментом. Товаров очень много, полочки ломятся. Можно всегда что-то интересное в этой «Фамилии» для себя найти. Пока-пока, до новых встреч, до новых обзоров.